Ярмарка внешкольного образования познакомила родителей и детей с открытыми кружками, секциями и активностями Листы. Учреждения дополнительного образования подготовили презентации о своей деятельности и наглядно показали, чему обучают детей на занятиях. Так, школьники попробовали изготовить различные поделки, приняли участие в мастер-классе по выращиванию рассады, учились игре на музыкальных инструментах, рисовали акварелью и ознакомились с вооружением. Также прошли демонстрации робототехники, знакомство с 3D-моделированием и обзор по созданию сайтов. Занятия проводили профессиональные педагоги, помогали им воспитанники, которые занимаются в кружках. Ребята смогли попробовать себя в разных направлениях и выбрать увлечение по душе, а родители проконсультироваться с преподавателями и узнать всю необходимую информацию.